раньше как бы формат мероприятия был заключен в том, что брались только коллективы казачьи. Сегодня мы решили пригласить коллективы русской песни, то есть те коллективы, которые имеют в репертуаре казачьи песни, тоже их поют, для того, чтобы показывать, что казачья песня, она поется всеми, независимо от того, какой жанровой принадлежности коллектив.